Надеюсь, показалось. А, нет, не показалось. О, Вера, привет. Каждый день кроссворд гадают, развивают интеллект. Каждый день кроссворд... Ой, дай, пожалуйста, салфетку. Кость, дай салфетку. Галина Ивановна, я тут набросала несколько вариантов. Посмотрите, просто я не уверена. Так, давай так. Ну вот это точно нет. Ага. И это нет. Ой, а это нет. Тебя тут попросила справку подготовить. Раз уж ты очень занят, я сама. Нет, не надо, Вер. Я сам Люсю отвезу. На тебе и так весь дом держится, а я тебе совсем не помогаю. Знаете что, Паш, Вадик, а пошли выпьем. Пойдем. Да. А я? А ты вон воду в кулере поменяй. Ром, как у вас дела с Оксаной-то? Все хорошо? Все отлично. Мы развелись. Как развелись? Ну, она не сошлась характерами с Марлен. Так и сказала, выбирай, либо я, либо кошка. Ну, понятно. А как кошка поживает? Убежала. Полепим вместе ее любимые пельмешки. Пельмешки? Да. Я, наверное, тоже останусь. Так меня волнуют ваши отношения с Машкой. Галя, не впутывай меня в это. Мне так просто рот не заткнешь. Да, господи. Да. Я нем как рыба. Вот, я не могу просто так сидеть. Я должна Маше помочь. Иди, иди, сходи. Я хоть телевизор без помех посмотрю. Мы ваш телевизор возьмем на дачу, на. Заворачивай. Да? А че не свой? Ты что? Его по дороге разбить можно. И вот эту вот сморщенную вазу тоже забрать. Галина Ивановна, вообще-то она не сморщенная. Она дизайнерская. О, Галь, а ты у меня тоже дизайнерская. Я не понял. А обед? Ну, как-то... Так, давай-ка еще раз. Да, как-то... А я вам не помешала? Нет. Блин!